В славянских сельхозпредприятиях завершают уборку пшеницы. Средняя урожайность по району составляет 60 центнеров с гектара, что выше прошлогодних показателей почти на 10 центнеров. Уборочную кампанию уже завершили хозяйство «Кубань», зерновая компания «Новопетровская», «Кубань Фавн». Наибольшей урожайности удалось добиться аграриям предприятия «Кубань». Они собрали 74 центнера с гектара. Завершить уборочную страду в целом по району планируют уже в начале следующей недели. В зерновой компании «Новопетровская» к уборке пшеницы приступили 2 июля. Установившаяся сухая погода позволила набрать хороший темп. Проливной дождь и небольшой град 6 июля особо не повлияли на ход уборочной страды. Как только посохло, комбайны вновь вернулись на поля. На уборке задействовано 3 комбайна. В числе передовиков – комбайнер Николай Тихоненко. В прошлом году он стал победителем краевого соревнования. В этом году также неплохие шансы стать передовиком производства. Намолотил больше 1000 тонн уже на данный момент сегодняшний. Ну а так, в принципе, уборка немножко затянулась из-за дождей, погодные условия немножко не дали. А так все нормально. Зерновой компании «Новопетровская» пшеницей было засеяно 657 гектаров. Средняя урожайность составила 70 центнеров с гектара, что выше среднерайонных показателей. Качество зерна 4 и 5 класса. В целом, по этому году год сложился неплохо. Единственное, вот эти вот дожди, которые были весной, конечно, было опасение на корневые гнили и, впрочем, на остальные болезни. Год выдался сырой. Ну, тем не менее, пшеница, так сказать, сформировала свой урожай, достойный урожай, который мы сейчас собираем. Благоприятная сухая погода, хорошая техника и профессиональный коллектив позволили завершить уборку в кратчайшие сроки, всего за 2 недели. Намолоченное зерно с поля везут на мехток, где пшеницу сушат и очищают, а затем отправляют на продажу. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».